Что бы ни происходило на Украине, и пока не очень понятно, что это именно и каких масштабов, но что бы это ни было, это трагедия, потому что война — это всегда трагедия. И чем ближе вы на это смотрите, тем ужаснее это выглядит. Это самое отвратительное деяние человека в принципе. Владимир Путин начал эту войну, и как бы он это ни преподносил, он сделал это, он выстрелил первым. Он виновен в том, что мы видим сегодня в Украине. И поскольку мы определились с очевидным, то вопрос в том, как США должны ответить на то, что он сделал. Итак, с момента начала войны прошлой ночью привычные лжецы на телевидении начали использовать эту трагедию для получения политических очков. Если вы когда-либо видели реакцию на скул-шутинг, то вы знаете, как мерзко они себя ведут. Но мы не будем на это сегодня обращать внимание, так как слишком много всего происходит действительно важного. И самое важное во время любого кризиса — это решить, что наиболее важно — создать иерархию проблем. Итак, до прошлой ночи главной заботой нашей внешней политики было предотвратить вторжение России на Украину, что, очевидно, не получилось. В какой-то момент нам придется выяснять, почему. Но какие наши главные задачи сейчас? Вот первые три из них. Первое и главное — избежать полномасштабной войны с использованием ядерного оружия. И очень немногие в Вашингтоне хотят чего-либо такого. Война с Россией, очевидно, плохая идея. Но это не значит, что у нас ее не будет. Войны часто наступают внезапно. И еще чаще постепенно. Ситуация обостряется, и в следующий момент у вас Верден с тысячами погибших. И теперь, когда стрельба началась на Украине, вполне возможно, как бы вас не убеждали в обратном, что все может докатиться до американцев в Восточной Европе. Мы можем предотвратить это, но для этого нужна мудрость, дальновидность и контроль над эмоциями. И всего этого никогда не было много в Вашингтоне, особенно сейчас, когда все справедливо расстроены. Еще раз, то, что сделала Россия, это ужасно. Но мы все еще можем сделать это хуже. Марк Уорнер, глава Сенатского комитета по разведке, только что объявил, что Россия может быть потенциально близка к тому, чтобы спровоцировать пункт 5 Устава НАТО. Это принцип коллективной защиты. Если Россия начнет кибератаку на Украину, объясняет Уорнер, атаку, которая затронет близлежащих членов НАТО, типа Польши и Литвы, то, вероятно, любая страна НАТО, включая США, будет обязана объявить войну России. Вот он все объясняет. Одна из вещей, которыми я серьезно обеспокоен, это то, что Россия выпустит всю свою кибермощь против Украины. Как только вы выпускаете вредоносное ПО в сеть, у него нет географических границ. Так что если русские решат отключить электричество по всей Украине, весьма похоже, что это отключит электричество в Восточной Польше и Восточной Румынии. Это может задеть и наши войска, если внезапно отключатся госпитали. Если войска НАТО, американские войска, будут попадать в аварии из-за того, что светофоры не работали, и мы вдруг оказываемся теоретически в поле действия пункта 5, где если на одну страну НАТО напали, мы все должны прийти друг другу на помощь. Уорнер, конечно же, прав. Пусть и гипотетически, что он подчеркнул, это может произойти. Кибератака на Украину может также повлиять на инфраструктуру восточноевропейских стран, и это нехорошо, это будет преступлением, цивилизованные страны будут это порицать. Но пункт 5 не автоматический. Людям придется решать, обращаться ли к нему. И вопрос в том, стоит ли то, что сенатор сейчас описал, риска начала ядерного противостояния? И именно здесь мы должны взять паузу и крепко задуматься, максимально трезво, и мы надеемся, что наши лидеры именно что трезвы. Но не все из них выглядят трезвыми сейчас, некоторые из них выглядят безрассудными и, как обычно, невежественными. Конгрессмен Адам Кинсингер из Иллинойса много времени проводит на кабельном, обсуждая события в мире. И хоть он выглядит как эксперт, судя по темпераменту, он последний человек, которого вы бы хотели видеть рядом с ядерной кнопкой. Сегодня Кинсингер проинформировал нас, что захват России остановленной Чернобыльской станции может, цитата, «запустить пункт 5». Ладно, это можно и так интерпретировать, но что потом? Очевидно, что сенатор Кинсингер даже слегка об этом не задумался. Так что вы видите, в чем проблема. Вопрос не в том, кто виноват. Мы можем сказать, что виноват Владимир Путин в том, что произошло прошлой ночью. Но дальше что? И это еще большая проблема. Как только конфликт начат, а еще и показан по телевизору, очень трудно сказать, что будет дальше. Так что у любого, кто думает, что вторжение на Украину не может перерасти в мировую войну, либо недостаточно воображения, либо он врет вам. Это, конечно же, может перерасти в мировую войну. Итак, это первая задача — не дать ужасным вещам стать гораздо-гораздо хуже. Вот вторая задача — сохранить поток энергоресурсов.
Дешевая энергия. Мы считаем, что это данность, но на ней базируется все, что у нас есть. Нет энергии, нет цивилизации. К сожалению, огромный процент энергии в Европу поступает из России и Украины. Евросоюз зависит от поставок российского природного газа примерно на 40%. В Германии, которая является одной из крупнейших экономик мира, более 50%. Большая часть их энергии в виде природного газа поступает из России и Украины. И вы не часто слышите об этом по телевизору. Обсуждаются только моральные моменты. И да, они важны, но это не единственные моменты, которые мы должны учитывать. Факт в том, что Владимир Путин может отправить Европу, и что не менее важно, Соединенные Штаты, в экономическую депрессию. Путин может выключить свет. А откуда у Владимира Путина появилась такая возможность? Но причин много, но главная причина в том, что люди климата дали ему такую возможность. Благодаря фанатикам типа Джона Керри, Европа закрыла свои атомные станции годы назад. И это очень сомнительная стратегия. Если вы переживаете за климат, то атомная энергия — это не проблема, а решение. Она доступна, она производится по месту, и у нее нет углеродных выбросов. Если вы на самом деле переживаете о повышении температуры, глобальном потеплении, вы должны воспользоваться атомной энергией. Но наши лидеры, и не только наши, по всему Западу сделали противоположное. Почему? Может, их спонсоры и семьи инвестировали в так называемые восстанавливаемые технологии? Кто знает. Какая бы ни была причина, из-за серии весьма специфичных решений, сделанных за некоторое время, Запад теперь в опасной энергетической зависимости от Владимира Путина. Наши лидеры могут вести себя, как будто это не так уж и важно, но это очень важно, и мы вынуждены принимать решения, исходя из этого. И, наконец, тема, о которой никто не говорит, мы должны защитить доллар США. Мощь Америки проистекает из ее богатства. Богатые страны делают, что хотят, бедные страны должны подчиняться своим хозяевам или в них вторгнуться. Мы только что это видели, это правило неизменно. В этой стране контроль доллара США — это ключ к богатству. Вся наша основанная на долге экономика основана на уникальной привилегии печатать мировую резервную валюту. Если доллар США будет заменен, то у нас будут серьезные проблемы. Наш долг придется выплачивать, наше правительство обанкротится, и миллионы американцев станут мгновенно нищими. Так что это главное, о чем нам стоит беспокоиться, и сейчас риск велик как никогда. Санкции — это удовлетворяющие эмоции способ наказать кого-то типа Владимира Путина, который, очевидно, этого заслуживает. Никто вообще-то не против санкций. Но вопрос в том, работают ли они. Очевидно, что множественные санкции не предотвратили вторжение на Украину прошлой ночью. В то же время санкции дали России и многим другим странам по всему миру сильную мотивацию избавиться от доллара, с помощью которого санкции накладывали. Например, прошлым летом произошла история, на которую большинство людей не обратило достаточно внимания. Россия в ответ на санкции полностью избавилась от доллара в своем фонде национального благосостояния. Китай это заметил. Он знает точно, как это работает. И в своем стремлении занять место Соединенных Штатов он полностью это поддерживает. Китай пытается стать первой большой страной в мире, чей Центробанк выпускает собственную цифровую валюту. И если это сработает, а есть множество таких попыток, это будет огромной потерей для Соединенных Штатов. Невосполнимой потерей, которая навсегда изменит эту страну гораздо больше, чем вторжение на Украину. Так что нам следует следить за атакой на верховенство доллара США так же внимательно, как мы следим за показываемой нам по телевизору войной. Если по итогу этого конфликта, каким бы он ни был, страны по всему миру увидят, что китайский юань сильнее и стабильнее доллара США, то эта страна потеряет больше, чем мы способны понять. Кому-то нужно обратить внимание на это. Будем очень надеяться, что кто-то обратит.